Доброе утро, моя любимая страна. Всем с добрым, прекрасным, хорошим утром. Сегодня хорошее утро у вас, ваших близких, знакомых, друзей, ваших родственников, а также ваших любимых питомцев. Моя сегодняшняя подсказка под названием «Вывих коленной чашки», «Пателлярный вывих», «Вывих надколенника». Все эти словосочетания одно и то же. Если на примере, покажу вам бедренную кость и голень. Между ними есть коленный сустав. И в этом коленном суставе, если посмотреться в центре, есть вот такая вот точечка. Эта точечка является коленной чашкой. И вот патология заключается в том, что выпадение этой чашки приводит к тому, что нога застывает, если можно так сказать. Возникает контрактура, боль и плохое самочувствие. Плохое самочувствие, которое не увидеть хозяин не может. Поэтому подсказка для вас сегодня такая. Пателлярный вывих коленной чашки – это тяжелое заболевание, которое чаще всего возникает у карликовых пород – раз. Чаще всего лечится хирургическим путем – два. Если вы видите, что ваша собачка по определенным причинам придерживает заднюю ногу, то есть идет, и раз – и ножка застыла. Как правило, в этот момент коленная чашка выскакивает. Поэтому обратитесь к врачу за помощью, за консультацией. Вот такая подсказка сегодня для вас. Пользуйтесь и знайте. Всем хорошего дня. Всем спасибо.